Всем привет. Хочу снять видео. У меня есть вот таких вот 4 адениума. Недоростки там, или переростки, инвалиды я их называю. Которым уже, не знаю, месяцев по 9. И вот они все никак не хотят у меня расти. Вот этот я снимал месяца два назад, по-моему, на видео есть на канале. Как вот здесь вот, а в середине, как будто они как гнить начали или морозом ударило, что не может быть. Это было в феврале, по-моему. Они на окне стоят, на закрытом, батарея, как бы все тепло. Ну, я прищепил, тут видно, не видно, точку роста. И вот он 2 месяца молчал, и вот неделю полторы начал вот обильно расти, выдал 2 таких побега. То есть вот этот и вот этот. Ну, я хочу уже давно им, они сидят, поменять им землю. Буду сейчас вытрушу. И, ну, вот такой вот. Ну, вот этот более-менее большой тоже сидит он в нем уже давно. Дата это, по-моему, я когда его посадил сюда. Или нет, ну, не помню уже. Да, бывает много, что пишу. Самое главное, у него вот этот, он такой, видно, толстопуз. Заодно глянем, что за корни-то. Такие корни. Я его не обрезал. Центральный корень. Вот он. Ну, вот, я думаю, центральный вот он. Или их 3 тут. Непонятно. 3 их, да. Так, так. Пока уберем. Грунт я этот буду для других цветов использовать. А сюда, а к ним я насыплю новый. Просто обычный почвовый грунт взял. Фикс прайс. Гнили нигде нету. Это для меня уже хорошо. Ну, тоже вот такой вот. Это вообще непонятно что. Ну, я его тоже прищепил. Он все листья сбросил, думал ему все. Нет, он оказался живчиком. Вот такой вот он, недоразвитое существо. Хотя не гнили, ничего нет. Я вот так же поменяю, посажу, пускай растет. Выкидывать мы ничего не будем, так как жалко. Да и вообще предпочитаю никогда ничего не выкидывать, пока не сгниет или само не захочет уйти.
Полил предварительно. Наверное, надо было не поливать. Не хочет вылазить. Походу перелил. Ну да. Этот вообще мы выкинем в стакан. Что-то с ним. Сильно много воды. Корни нормальные. Потому что... ну, сейчас я этот высыплю и дальше продолжим. И все, эту землю высыпал, поменял пару горшков. Ну, поменял этот керамзит. Буду сажать. Хочу их чуть-чуть приподнять. Так, насыпал. Еще чуть-чуть повыше сделать. Так вот хватит. Так слегка прижать. Я думаю, новый грунт пойдет на пользу. Будут расти как на дрожжах. Также вот карапуз. Так, сейчас чуть углублю. Ну так вот, я думаю, хватит. И также засыплю сейчас. Получилось, я чуть приподнял, будет ему лучше. Также и остальное. Ну, по мере оседания грунта, я думаю, когда буду поливать, там подсыплю, если будет надобность. Ну, так вот. Такое видео будет. Ну, и сейчас еще это посажу. Думаю, уже показывать видео, как я его сажаю, не буду. Вот такие вот. Грунт вот такой вот. 10 литров. 50 рублей фикс прайс. Так что всем спасибо, всем пока, до свидания. Да, еще вот хотел спросить, может, кто подсказывает, знает. Вот у меня вот такой тоже есть еще дынин.
листья вот у него доходят, я померил, там, до 12 сантиметров. Видно на камере. 10, 11, 12, вот я мерил. Может, это кто-то подскажет. Сорт рожновидный. То, что у меня он один такой, с такими листьями. Ну, думаю, его поменять. Вот он просто растет вот так однобоко. И заодно гляну, что там с корнями. Он все время вот в этом горшке рос. Ну, помимо того, что как пророс, там, 2 месяца в маленьком контейнере. А потом чисто пересадил его сюда. Он даже без этого, без керамзита, без ничего. Так, сейчас полностью хочу его поменять, убрать это старое. И посадить в новую. Ну, естественно, получится приподнять. Ну, вот такая корневая система. Я считаю, что очень красиво. Ладно, никаких нету гнилей. Вот такой вот он. Красавчик. Так, это мы сейчас уберем. Насыплю ему сейчас керамзита туда. Горшочек. И в этот же посадим. Но менять новый горшок не стоит. Сейчас я прикину, как сколько ему надо грунта. Ну, думаю, вот так вот. Думаю, вот так оно будет достаточно. Здесь видно там. И заодно выравниваю. Так все попридавливать. Растут они у меня на окне. Никакого дополнительного освещения я не делаю. Окно большое на кухне. Я думаю, хватает тут света и всего остального. Ну, вот так вот. Вот такой вот он красивый у меня получился. Красавчик. Чуть-чуть там будет. Ну все. Поливать я не буду после пересадки, дня 3 где-то, чтобы они адаптировались. Я думаю, видно, как солнце часто стоит и тянется. И вот я раз в неделю я его кручу, чтобы ствол ровный был.
Всем спасибо за просмотр. До свидания. Короче, как сказать, как. Начал с малого и решил продолжить больше. Короче, я решил еще одного своего, тоже однобокого такого, пересадить. Вот у него боковые побеги начались. Ему где-то года полтора. Это мой самый первый. Обвинил. Тоже сейчас. Вот я его сажал. Этот горшок 28, 12, 20. Вот так вот. У меня тоже тут нету этого какого, скажите, керамзита. Что-то какой-то корень у меня интересный тут. Видать, я уже не помню, видать, наверное, когда я его пересаживал, завязал ему, наверное, корень. И вот видно, да, что он завязан. И что-то такое интересное тут получилось. Но обрезать я не буду вот эти мелкие. Оставлю как есть. А потом ближе к зиме посмотрим, что удастся с ним сделать. Тут такой красавец. Буду опять также сажать этот горшок. Землю уберу. Также сейчас насыплю керамзита. Сильно мелкий какой-то остался. Ну то ладно. Да, ё-моё. Сейчас я его просею. Я, наверное, перемешаю с грунтом это. Не, что-то не катит. Да, что там мелкий какой-то. Просеял. Сейчас грунта насыплю. Ну, вот так вот засыплю. Чуть приподниму. Также попридавливаю. Ну, по мере необходимости потом подсыплю грунт, если нужен будет. Ну, так, пока это единственный интересный с корнем. Ну, все, это последний. Все, хватит. А то сейчас начну все цветы пересаживать. Земли-то я много купил. Ну, все, спасибо, до свидания.